Рядом со мной находится директор по продаже торгового дома «Мое лето» Сергей Рыбаков. Сергей, скажите, пожалуйста, что вас привело на выставку «Продэкспо-2020»? Я думаю, что на выставку всех приводит интерес к выставке, интерес к тому, что на этой выставке представлено. А какие цели у вас стоят на выставке? Чем вы именно занимаетесь на ней? На выставке, как в том, на самом деле, русском сказании, себя показать и других посмотреть. Если уже кого-то нашли, и зачем вы смотрите других, для чего? Конечно же, мы нашли наших друзей в отрасли, мы сверили, что называется, часы, мы, оценили рынок, да, которым мы представляем, вот, и оценили следующие свои действия для того, чтобы этот рынок расширить для нас, для всех, для отрасли, а главное, для покупателей. А есть ли уже какие-то полезные контакты, либо встречи, переговоры? Ну, иначе зачем бы мы сюда пришли, Володь? Конечно же, есть. Скажите, вот торговый дом «Мое лето» занимается овощами. Какие вообще линейки вас еще интересуют? Ну, скажем так, мы занимаемся овощами, это обобщенное слово. Мы занимаемся вкусными томатами, вкусными огурцами, а главное, что очень вкусными грибами. Вот. И пытаемся быть полезными также через, у нас это будет, ну, там, может быть, уже не первичный, но, скажем, такой не очень глубокий опыт выращивания салатной группы. То есть сейчас акцент поставщиков, вы ищете именно салаты или еще какие-то у вас есть позиции? Ну, скажем так, не поставщиков, да, мы ищем, наоборот, как бы акцент на покупателей, потому что мы производим, мы выращиваем, и это предлагаем вам, нашим покупателям. Сергей, спасибо вам огромное. Рад был быть вам полезным. Владимир. Спасибо.